Госавтоинспекторы Красногвардейского в День защиты детей провели игровое занятие «Шагающий автобус». Ликбез по ПТД организовали для учеников начальных классов 182-й школы. Одна из первых причин проведения такой акции – начало летних каникул. У детей появляется больше свободного времени, чтобы погулять, поэтому и нужно еще раз повторить правила дорожного движения. А чтобы они воспринимались легче, сделать это в игровой форме, изготовив самодельные знаки и светофоры. Сотрудники ГИБДД начинают прививать детям знания о правильном поведении на дороге еще в детском саду, но в этом процессе должны участвовать и родители. Если сам родитель будет нарушать, и ребенок это будет видеть, то он поймет, что все это Филькина грамота. Уроки игры по изучению и повторению ПДД продлятся до 5 июня.